Здравствуйте, друзья! Вы на канале Family Bus, и сегодня мы тут пьем кофеек с женой вдвоем. Значит, у кого какие шоколадки? Да, и вот смотрите, я пробую, только что моя жена вернулась с магазина и привезла такие шоколадочки. И я такой думаю, ладно, надо кофеек попить. А у меня своя шоколадка, видишь? У тебя классная шоколадка. Белая. Сырная. Это не шоколад, это сыр. Ну как твои впечатления о магазине вообще сегодня? Расскажи. Но я люблю, ты знаешь, на $2 ездить. Но мне эта неделя, мне кажется, там более прикольнее, чем прошлая. Да? Да, надо съездить на 25 центов. Мне кажется, на 25 центов будет много интересного. Ну, сегодня, на самом деле, она не собиралась ехать, просто Захарик ее уговорил. Говорит, поехали, мам, съездим. Он, видно, хотел $2 потратить. Зак, покажи, что ты подкупил. Что ты купил, сынок, за $2? Расскажешь нам, покажешь? Иди, покажи нам. Что? Иди, вот объясняй, начинай обзор, что ты купил. Вот из-за чего мы поехали, сейчас покажу. Собственно говоря, видео не планировалось, а вот просто такое спонтанное получилось. Давай. На стол, положи. Первое, если такая... Что это такое? Это ты ставишь себе на батут вокруг, и потом она... Ты подключаешь вот как сюда, бы... Вот сюда, покажи. Ага. Получается, она стреляет воду в тебя, когда ты прыгаешь на батуте. Ух ты! Штангу. Я бы это не купила сама. Крутая штучка, слушай. А так, пошел, люди, подключаешь и обливаются. Ну, тебе нужно там просто прицепить за... как это называется? Ну, зажимами такими, да. Что еще у тебя, Захар, покажешь? Так, да. Это такое? Ну, у меня есть вот это. Вот такая игра. Настольная игра? Да. Ты как бы берешь еду свинки от этой, и тогда она, внизу еды она показывает цифра. И вот столько раз нужно нажать на голову и этой свинки, и тогда, если... Это как бы если слишком много ты на... Еды она выплевывает? Нет. Его живот кривает. Лопается? Да. Ну вот такая вот настольная игра для детей за $2. Тоже очень хороший вариант. От 2 до 6. Че игрока, да? Да. 4+. То есть если 4 года уже можно играть? Да. Захар любит компанию, любит друзей, поэтому это... Супер, когда есть чем заняться. Что еще ты купил? Дрон какой там у тебя? Ого, так ты, слушай, купил так себе немало. Я думал, что только $2 потратил. Ты уже, я вижу, 4 потратил. Так что-то ж мама для него купила. Ага, понятно. Для себя, наверное, такой вот дрон. А то я уже как бы для... Мы купили вот этот дрон. Для досуга детского я уже раскошелилась. Как он работает? Ага. Так. Это как-то запускаешь, он должен возвращаться тебе, да? Да, смотри. Они еще не разобрались, как он работает. Что-то они не поймут пока. А, опа. Вот такая игрушка. Она типа бумеранга должна возвращаться назад, но они пока что еще не приловчили. Сейчас я то, что сегодня дети строили здесь, как называется, халабуду из одеял и книгами подпирали. Сейчас я покажу, что еще купили мы. Мы уже записывают? Да. Хорошо, сейчас покажу, что я купила сегодня. Уже Захар что-то показал, то, что он для себя. И вот она, кстати, эта коробочка. Уже показали вам брызгалку такую. Точнее, это я купила для них, просто для детей, как развлечение, так скажем. Потом я купила вот 2 упаковочки носков по 3 пары. И здесь написано, они уже были на скидке в магазине в самом. Эти можно было уже на скидке за $3 купить. Они изначально $10, 3 пары носков. Очень приятные, качество классное. Такое вот, и я просто, так как у меня целая куча пацанов, я просто купила их за $2, вот 3 штучки. И эти дороже носки идут, это деловой стиль. А, получается, на скидке их можно было купить за 6,29. Но опять же, я за $2 3 пары купила. Хорошее, очень хорошее качество этих носков.
просто не могла пройти мимо, как говорится. Следующее, то, что я купила, это вот мыло. Сейчас распакуем при вас. Идет бутылочка, стеклянная бутылочка с мылом. А, нет, не стеклянная, пластиковая. Ошибаюсь. И с дозатором. Здесь сейчас оно закручено, с дозатором. $2. Это хорошая цена за жидкое мыло. В принципе, его за $5, если в магазине покупать, купишь. Вот такое мыло. Следующее, что я купила, это я больше как бы для работы. Я не знаю, видно или нет на картинку. Тут она такая довольно темная. А, вот, может быть, вот будет видно, если вот мужчина в маске. Строительная маска. Их как бы в магазине даже они не всегда есть. Почему-то их разбирают быстро. Либо сейчас во время карантина разбирали. Фильтры у нас есть, а вот рабочая маска просто, когда на работе, если после пожара там очень сильный запах, мы даже не имеем права заходить без масок вот таких. $2 это супер цена. Я не знаю, кстати, сколько она стоит в интернете. Петь, посмотри, пожалуйста. Хорошо. Сколько стоит она в интернете? Ну, если купить в магазине. Следующее, что купила, вот такая наборчик, вот такая коробочка с таким наборчиком. Это для ручного труда. Здесь бабочки. Ну, больше это как бы рассчитано на группу какой-то детей, как в детском саду или как. Я это просто купила определенно для одного человека. Я знаю, какому человеку я это отправлю. Просто в посылочку положу, потому что этот человек работает с малышами и просто ему это нужно. Смотрите, там есть краски, есть такое поле и бабочек. Просто тоже супер предложение, я считаю, за $2 я купила это не для себя, как можно сказать, на подарок. Я знаю, кому я это отправлю. Так, следующее, что я купила, это вот наборчик такой из 3 лопаточек. Так. Просто я заметила, при обыденном распорядке дня, как бы в обычных дней мне хватает, у меня есть 2 таких лопатки. Если у нас какая-то вечеринка, гостей много, то вот таких вот хваталок у меня не хватает. Что-то брать, картошку или какие-то овощи, что-то набирать штучное. Вот такие вот, прорезиненные в конце. Я как бы в мыслях уже была, думаю, надо мне купить еще таких лопаток. А вот тут попались за $2 целый наборчик такой из 3 штук. Вот, в коробочке. Я тоже не прошла мимо то, что мне нужно было. Планировала покупать это. Так, что-то мы купили еще для нашего кошарика. Корм. $2 пачка. Вот такой вот кормежка. Это ему на месяц хватит. Такой пачки. Потом вот такой я наборчик купила. Мне просто очень понравилась картинка. Там вот такая вот олень. Это разрисовывать красками. Там уже есть холст. Сейчас я покажу. Я открыла, даже заглянула, перепроверила. Не, я ж открывала с какого-то бока. Она Но открыта. Мы все знаем, что ты открываешь, перепроверяешь. Ты показывала на прошлой неделе. Нет, я, кстати, в магазине не открывала эту. Я вижу, что она запакована, что там будет все. Вот. Я дома уже сейчас открыла, посмотрела. Вот такой там есть холст, он уже прокрашенный, и по номерам и красочки там внутри еще. Вот. Так, вот такой вот наборчик. Тоже очень хороший вариант на подарок кому-то, либо себе. Нервы успокаивает, отлично. Лучше всяких антидепрессантов. Садитесь и рисуйте. На самом деле я сама люблю. И я знаю людей, которые тоже это любят. Вот такой вот наборчик.
Возможно, их можно и по доллару купить будет, и, ну, если пойти. Ну, я не уверена, что я завтра пойду. Просто я решила, что, ну, за 2 доллара куплю. Вот такой набор. Ну, кажется, ты захотела пойти за на 25 центов, Ну, мне да? кажется, на этой неделе стоит пойти на 25 центов. Мне кажется, там будет больше интересных вещей. Прошлая неделя как-то было все одинаково, а на этой неделе очень много всяких... Вот видишь, появилась одежда, носки, ну, там да. ты можешь... Ну, там были футболки, штаны, джинсы. Ну, да. То есть на этой неделе интересней набор там. Так, возможно, я пойду на 25 центов. Я еще не знаю. И еще то, что я купила, это конфеты, как сказать, печенюшки разные. Вот, например, вот такое печенюшки. Вот эти коробки конфет, Петь, покажи, пожалуйста. Срок годности у них хороший. У этих еще, ну, получается, несколько месяцев. А вот эти коробки с конфетами, тут вот такие наборчики. Ну, это просто смаколыки или вкусняшки для детей. Буду выдавать под отчет. Либо удобно, когда идешь, если в гости на чай. Вот эти конфеты вообще у них до 22 года, до 22, я не вижу какой-то месяц, либо январь, либо февраль. Вот. Купила конфеток и печенюшек таких. То есть такие варианты попадаются, но на них обязательно нужно, если продукты, смотрите на срок годности. Бывает такое, что что-то либо впритык прям в этом месяце, либо оно может быть уже месяц-два просроченное. Этот вариант хороший, срок годности у них еще большой. Вот такие закупочки. Я там печенюшки показал, да? Да. Вот здесь печенюшки еще. Вот такие вот печенюшки, коробка. Ну, короче, слушай, ты так неожиданно просто такую классную закупочку сделала. Мне нравится, слушай, классные такие по делу вещи и сладости. Ну, кстати, знаете, честно скажем вам, дочка наша говорит, ну все, если поставишь, сколько ты сладостей этих купила, все, пища для хейтеров. Они будут сразу же писать, что вот... Вы такие толстые, почему кушаете... вы такие толстые? И кушаете сладости. Вот. На самом деле, очень много Люда видела там русских ребят, кто прям разговаривали между собой, говорит, берем побольше вот этих сладостей, потому что, ну, это дешево, реально на подарки, там, не знаю, друзьям, это родственникам, просто вот знакомым. На чай идешь и коробку взял за 2 доллара, ты в магазине не купишь. Ну, за конечно, 2 доллара, да, однозначно. Коробку, конфет. Это такой вариант. Либо дома пришли к тебе чай. Да. Так что очередной раз приглашаю, приходите к нам на чай. Поделимся. Так, вот такое видео получилось спонтанное. Надеемся, что вам понравилось. Поставьте лайки, если понравилось. Напишите комментарий. Как думаете, вообще стоит еще записывать вот такие видео из этого магазина? И как часто их записывать? Просто ваше мнение. Потом, может быть, просто этот контент вам тоже уже надоел. Тогда просто дайте нам знать, чтобы мы как бы ориентировались, что нам дальше записывать, а что не записывать. Спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока. Пока. Так, ну что, работа тут идет в полном разгаре. Не работает. А давай. Что это? Ну, нам нужно давать воду. Hey, Jeremiah, how are you? Yeah. Cool. Ага, вот. Вот так вот оно будет брызгать, смотрите. Что-то не работает. Просто, ну, зип-тай используют, чтобы зацеплять. Ну. При зацеплять... Оно слишком, вот с зип-тайами эту... слишком туго получается, и оно... Так надо отпустить зип-тай, просто сделать не так плотно его зажимать. Мы так и хотим, но все нормально. Окей, ну хорошо, значит, сейчас сделаете, молодцы, давайте. С этой стороны все нормально, ну а почему-то сюда вода почти не поступает, хотя тут зип-тая почти нет. Вы гайз. Может, давление слабое? Нет. Нормальное? Давление, оно смотри, я включил, стреляет. Прям включил. Смотри. Ну. Смотри, как стреляет. Оно стреляет хорошо. Ну классно, да. Ну да, прикольная штука. Вот мама купила сегодня, и сразу мальчики устанавливают. Ну тут весело будет, кажется. Давай сейчас же. Может его просто поставить тут вниз, вот здесь. Угу. Чтобы оно так вот шло. Может быть. Сейчас пацаны разберутся. Ну что, готово у вас все уже? Да. Ну, показывайте нам, как это все работает. Значит, открываем шланг. Это включили. Окей, Джермай, включи.
только вот тут идет, только там что-то. Окей. Окей. Вот так. И прыгают.